Скажи, кто это? Это я, Екатерина Абрамова. С кем? С кем? С кем я? С какими-то... С Яной Кузнецовой. С Яной Кузнецовой. Знаете эту девочку? Кузнецова? Если я не ошибаюсь, она была на 15-м месте на чемпионате Конечно, Европы, да? Конечно, на 15-м. На каком 15-м? Чуть-чуть что попала в полуфинал. Да, еле-еле влезла. Яна была на 2-м месте. Да, конечно. Мы болели за нее. Категория до 163, Анастасия Самойленко, да. Абсолютная чемпионка у нас. Посмотрим на нее. Ого, так близко. Да. Улыбайся. Я всегда улыбаюсь. Покажи глаза. Зубы покажи. Чуть-чуть посмотрим, какая... Ну. Пресс-бедро. Надо еще чуть-чуть позаниматься тренировкой, да? Хорошо, сейчас. Кто здесь еще? Здесь еще есть у нас Анастасия Самойленко, абсолютная чемпионка Дальнего Востока. Вот, только Самсон Вестима, прям с Краснодара и прям сюда. Прям вот. В этом же гриме буду выступать, в Краснодарском. Не мылась. Да, я уже видел, у нас завершивание тоже мне нравилось. Нравилось она? Красный купальник, да? Да, красный. У нас у всех как по-чешски красивый, красный. Нет. Красный, значит, по-русски... Красный, а по-чешски красивый. Да. И Александр Тимофеев. Фанта. Это я. Год тому назад четвертое место. Полгода. Полгода. А, да, полгода. Да. Четвертое место на чемпионате мира. В Будапеште. Посмотрим, да, посмотрим, как будет. Такие все дохленькие, худые. Ну, слушай, а почему они вместе с тобой здесь? В смысле? Мы хотим чего-нибудь выиграть немножко? Ну, а ведь что? Брат-сестра или что? Конечно, брат-сестра. Посмотри, как похожи. Как похожи все, особенно Саша. У нас разрез глаз одинаковый. Не, вопрос был такой, они ученики твои или что? Ну, я надеюсь. Это они сами должны сказать, кто они такие. Кто ваш тренер? Наш тренер. Абрамова Екатерина. А что так тихо? Ты боишься? У нас много тренеров. У меня с Катей отношения вообще такие менеджерские. Вот. Мой тренер Катя. Катя Абрамова. Почему уже Катя? Год. Скажи, пожалуйста, почему Катя? Почему Катя? Ну, Катя очень грамотно всегда подводит меня. И я не могу заменить ее ни на кого. Катя нам помогает продвигаться по карьерной лестнице. Вот это точно. Но я слышал, что надо ее заплатить бешеные деньги, чтобы она была вашим тренером. Это правда? Ничего мы не платим. Какие? У нас денег нет, мы бедные студенты. Надо. Хотя мы уже давно отучились, но мы бедные. Покажи карман, что тебе в кармане. В карманах ничего нет, смотрите. Пустота. Значит, бесплатно. Конечно, бесплатно. Мы тратим все на билеты, на переезды. Нет спонсоров, которые бы оплатили. Что ты обманываешь? Есть спонсор Випилап. У них есть спонсор, они врут. У них двоих, компания Випилап. Да. И готовы поддерживать, сотрудничать с ними. И я думаю, что все будет хорошо. Большие перспективы. Я вижу в этих двух товарищах. У Анастасии у нас еще нет спонсора. Если кто-то заинтересован, то добро пожаловать. Випилап. Вот, Анастасия, да. Спонсор нужен вам? Спонсор, да. Да-да, очень нужен. Красивая девушка, очень красная. Ну окей, цель? Цель? Здесь. Если все удастся, то, может быть, будут еще обладатели прокарт, почему нет? Цель здесь, я надеюсь. Ну, прессом-то, конечно, на соревнования на лучший пресс просто Александр любит участвовать. Я любитель. Как-то так, опа. Ну, готовился, молодец. Готовился. Ну, я писал Тимошенко, что я ожидаю борьбу за прокарту между Словакией и Россией. Может быть. Лучше, конечно, чтобы было и Россия, и Словакия получили. Да, конечно, прокарту. Я за. Сцена покажет. Уже в воскресенье. Да. Окей. Ну, Саша, завтра? Да, знаю, но я говорил о девочках. Ну что, мальчиков все время забывают. Мальчику все понятно сейчас. Только стоит вот делать вот так, и сразу все понятно. Вопросов нет. Окей, пока-пока, до свидания. Пока-пока.